Лидер ярославских «Справедливороссов» Анатолий Гришневиков прокомментировал события. 2 месяца назад я написал статью под названием «Губернатор и мэр вышли на тропу войны». Там есть абзац, который говорит, относительно оппозиции мэра Урлашова должны быть 2 позиции. Либо Урлашова купят, либо Урлашова уничтожат. И когда 2 месяца назад Урлашову предложили войти в тройку «Единой России», возглавить, грубо говоря, список «Единой России», и он отказался. Остался последний вариант – уничтожить. Я Урлашову это говорил и публично говорил, что, скорее всего, либо взятку подкинут, либо наркотики. После того, как были наезды на его заместителей правоохранительными структурами, на его представителя в муниципалитете, это дело, значит, Кузьмина, стало ясно, что правоохранительные органы серьезно взялись за ликвидацию оппозиционного мэра. Поэтому следующее, естественно, будет «Справедливая Россия». Если у них 13% у партии власти, а у нас 25%, то, естественно, они не хотят потерять власть, и они будут думать, как устранить после, значит, Урлашова еще и «Справедливую Россию». Они зря на это надеются. Ярославцы – народ мудрый, свободолюбивый. Они дадут оценку, значит, и до выборов, и на выборах. Поэтому «Единая Россия» пускай, значит, тоже сушит сухари и ищет себе место, значит, под солнцем, поскольку, значит, их время закончилось.